Всем привет-привет, ребята! Сегодня я вам покажу очень необычный токийский район под названием Харадзюку. Это настоящий эпицентр уличной моды. Очень много знаменитых мировых дизайнеров черпают вдохновение именно отсюда. Это один из самых хипстеровских районов в Токио. Можно увидеть куда больше красочного и смелого народа, чем в самых модных ночных клубах Токио. Ребята, на этой улице я узнала, что в моде плюшевые мишки, особенно шубы из плюшевых мишек. Знаете, что мировая уличная мода берет начало именно отсюда. Здесь она начинается, потом уходит в Лондон и дальше. Цены здесь довольно демократичные, так что всем любителям шопинга welcome на Харадзюку. You.